Все вещи, которые изъяты в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности, должны быть уничтожены. В Украине на данный момент, скажем, если спросить за год, по моим знаниям, не было ни одного случая. И плюс есть, скажем, законодатель законодательство такое, которое разруш... разрешает, скажем, такой двойной подход к этой к этому решению.